Туберкулез – это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. В России с ним борется больше половины населения. 24 марта вся страна будет отмечать день борьбы с этой страшной болезнью. В связи с этим туберкулезный диспансер города Каспийска проводит ряд профилактических мероприятий. Туберкулез – это чахотка по-простому. Развивается у людей более ослабленных, со сниженным иммунитетом, из групп риска – это сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки и многие другие сопутствующие заболевания. Вызывается туберкулез туберкулезной палочкой, то есть палочка Коха. Она названа в честь автора, который открыл эту палочку. Развитию туберкулеза способствует неправильное питание, образ жизни, алкоголь, наркомания, стрессовые ситуации, хронические заболевания и многое другое. Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно 2 раза в год проходить обследование. Вовремя выявленный туберкулез, он практически излечим. Если, конечно, больной уже обратился поздно, это уже считается запущенная форма туберкулеза или фиброзно-каверзнозный, или диссеминированный туберкулез. То есть больной обратился уже поздно. Этот больной лечится долго, от года до 2 лет. Это если устойчивая форма туберкулеза у него. То есть микобактерия туберкулеза устойчивая к противотуберкулезным препаратам. На сегодняшний день пациент может полностью доверить свое здоровье врачам диспансера, так как при выявлении первых симптомов заболевания больным тут же оказывают всю необходимую помощь. Он дообследуется и направляется на дообследование к нам, в топ-диспансер. Мы его дообследуем, определенные методы у нас есть диагностики, дообследуем и направляем в туберкулезное отделение, которое у нас тут рядом. Вот, он больной находится 3-4 месяца до стабилизации процесса. Если, допустим, был инфильтративный туберкулез, допустим, верхней доли левого или верхней доли правого легкого, значит, с распадом. Если распад закрыт, то есть полость распада закрыта, больной потом идет на амбулаторное лечение с последующим санаторно-курортным. Если говорить о профилактике туберкулеза, то на сегодняшний день по всей стране, в том числе и в Дагестане, каждому ребенку при рождении ставят пробу БЦЖ МАПОС и проводят ряд других прививок. Отметим, что от данных проб категорически нельзя отказываться. Роста заболеваемости нет. Вот за квартал мы выявили всего 5-6 человек, когда как в прошлом году было 12 или 14 человек. То есть некоторый спад. Но это не, еще раз я повторюсь, это не говорит о том, что ситуация намного улучшилась. Это далеко не так. Ситуация остается все-таки напряженной по туберкулезу. На данный момент в диспансере наблюдается порядка 90 человек. Это активные группы, а в другом около 300. Это группа людей, которые уже прошли лечение, но все еще находятся на учете. Дорогие наши жители города Каспийска, обращаюсь к вам с большой просьбой, чтобы вы регулярно, один раз в год, обращались к своему участковому терапевту для прохождения медосмотра. То есть, в первую очередь, вы должны будете пройти флюорографическое обследование. Это обязательно. Больные, страдающие сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка, алкоголики, наркоманы и так далее, с групп риска, должны обследоваться 2 раза в год. Вот. Это предупредит распространение туберкулеза среди населения города Каспийска.